Валерий Петрович, как вы считаете, план на курс работал? Ну, раз выиграли 2-0, считаю, что на 100% сработал. Считаю, что на 100%. Что вам помогло собраться после трудной игры в городе? Вы знаете, ребят сильно настраивать не пришлось. Мы сами понимали, что играем с командой высшей лиги. Поэтому мотивация была запредельной. Команды высшей лиги к нам приезжают не часто, поэтому хотели максимально порадовать своих болельщиков только победой. Поэтому навязали сопернику свою плотную игру, не дали им развернуться в центре поля, знали слабые, сильные стороны соперника. Ну и как бы концентрация была предельная в каждом моменте. Вот эти факторы как бы были главные сегодня на поле. Можно надеяться, что такое вдохновение, как сегодня, вас почаще будет приходить к вам? Но вдохновение всегда есть, но не всегда получается. Это футбол, поэтому мы каждую игру стараемся играть на победу максимально. Но это футбол, иногда получается, иногда где-то не получается. Дмитрий, вы являетесь одним из лидеров полузащиты «Гранита». Сегодня была, наверное, у вас непростая встреча с соперниками из высшей лиги. Как удалось на равных сыграть и даже в некоторой степени их переиграть в такой игре? Ну, настраивались, как бы, много говорить не надо. Все понимали, что высшая лига, каждому, наверное, надо проявить себя. Хотелось сыграть получше. Ну, получилось хорошо. Много моментов не использовали. Ну, хорошо, что все так. А соперник как проявил себя? Вы их смогли переиграть или они просто слабину какую-то проявили? Как ты считаешь? Я думаю, что все-таки мы их переиграли по большой степени. Ну, судя по реакции болельщиков, ваша игра им понравилась. Да, мы дома играем здорово. Владислав, да. Сегодня вы встречались с клубом высшей лиги. Защита у нас иногда дает сбои, но сегодня вы сыграли практически без ошибок. Как это удалось? Настраивали специально? Ну, честно сказать, я не сказал бы, что у нас защита дает сбой. Просто мы как бы... бывает, да, но я соглашусь с тем, что мы как бы меньше всех практически пропустили в первой лиге. Это как бы показатель. Но с Городей пропустили. Но с Городей просто не хватило концентрации. Да. Всю игру как бы тоже играли, старались. Обидно, но, да. Да, обидно. А здесь у вас получилось практически... А здесь мы просто сконцентрировались, и тренер нам сказал. Не дали ни одного удара в сторону ворот. Да, да. И тренер как бы разобрали соперника. Тренер рассказал, где и как, чем, какие у них игроки. Короче, дисциплина. Справа, слева. Дисциплина, сконцентрировались. Игровая, да, с первой до последней минуты. И все. На этом результат построили. А соперник вас немножко утруждал? Ну как, нет, мы просто, наверное, первый этап немножечко боялись, можно так сказать. Начало первое, второе было немножко за соперника. Да, потому что, ну, как бы командам думали, может, выше класса, ну, как бы получилось все, что высшая лига, сами понимаете. Вот. И да, немножко потом ребята расслабились, успокоились, как бы стали играть в свой футбол, видите, как получилось, выиграли 2-0, все отрыгали, отбегали. Я считаю, это лучшая игра ваша, как ты считаешь? Ну почему? У нас игры бывали и лучше мы играли, и хорошо, и, все, и эту игру хорошо играли, и предыдущую, но просто нам в тех играх не везло. Как бы все делали вроде правильно, где-то чуть-чуть невезение, мы обили все штанги перекладин в чемпионате, не повезло. Как бы, ну тогда удачи вам в дальнейших играх. Все, это наша заслуга всех общая. Все, да. До свидания.